Мне не нравится туда прыгать вообще ни капли. Во-первых, я ушибаюсь, у меня тут, извини, кровавый взгляд появляется. Ну, собственно, видимо, нет другого выбора. А там у нас... О, как-то я плавненько. Граждане чудовища. Так, здесь нельзя. Здесь нельзя. А сюда? Где ты? Сволочь какая. Так, надо подождать, пока он здесь появится. Так, есть. Ну, тут второй есть еще. Естественно, есть второй. И он меня сейчас уделает. И он меня сейчас уделает, я думаю. А, он прыгнул в воду. Ну, сейчас он выпрыгнет из воды. Ну, вот. Ну, короче, здесь двое, и нам придется с ними иметь дело. Это неизбежно. Но, с другой стороны... Так, тихо. А как я тут плавно-то сошел, я не знаю. А, вот хорошо, хорошо сошел. Так, давай-ка сюда. Заперто. Сюда. Заперто. Может, эту повернуть? Нет, это не поворачивается. Так, есть. Где ты, тварь? Да, тихо ты, блин. Блин, не успел. Ну, в принципе, можно с ними разделаться. Можно. Сейчас, давай еще разок. Можно, можно. Сейчас аккуратненько спрыгнем. И главное, что сразу надо будет... О! О! Слушай-ка, а это вариант. Я их вижу. Вот он. Так, один есть. Второй был. Он был. Перезаряжай. Пока не вижу. Сейчас появится. Подожди. Это вариант. Сильно не спрыгивать. В смысле, окончательно туда не спрыгивать, а сначала его запинать отсюда. Так, я... Так, все, что ли? Ну, я так думаю, их двое. Я думаю, их двое. Так, еще. Подобрал все-таки у них оружие. Так, ну и дальше. Как? Сюда, может быть? Нет. Какая-то карточка нужна от всех дверей, ребят. Ключ от всех дверей нужен. А у меня его нету. По-видимому. А это? Тоже нет. Это не повернуть. Это тоже нет. Ну и что тогда? Нафиг я сюда вообще пришел? А сюда? Блин, ну и что такое-то? Головоломка какая-то в духе Half-Life. Значит, нужен ключ. Так, сюда я тоже не пролезу. Может, вот эту как-то можно подорвать? Нет, и эту нельзя подорвать. Черт, ребят. Здесь у нас какие-то генераторы. Их, я тоже думаю, нам включить не дано. Ну, что такое-то? Откройте дверь. Охренеть просто, блин. Не, ну так не должно быть, что я здесь в тупике. Этого не должно быть. Должен быть выход. А какой он? А, смотри, на бочку я могу встать. То есть мне назад выбираться, что ли? А как мне назад выбираться? Да уже погасни, блин. Вот экзит. И хоть бы что. Ребят, нужна карточка. А карточки у меня нет. Нормально вообще. Но здесь я тоже уже был. Слушай, подожди. Все-таки надо... Надо вернуться тогда. Начнем заново. Это ж нам не предлагается ничего.
Нам ничего не предлагается. Так, вот здесь, вот может быть вниз может как-то проникнуть. Никак не проникнешь. Господи боже, ребятки, дела плохи. Дела плохи однозначно. Так, ладно, хорошо.